Итак, всем привет. Быстрый и простой рецепт приготовления майонеза. Многие говорят, что это долго, нудно и вообще смысл его делать самостоятельно, когда можно пойти купить. Но вам скажу, когда вы попробуете такой майонез, вам не захочется идти в магазин и покупать его. Вот рецепт достаточно простой. Вот. Дала мне его моя мама. Мамульчика, спасибо большое. Вот. Итак, потребуется масло дезодорированное в данном случае, потому что, ну, кому нравится масло вонючка, вот, которое очень люблю, уважаю, но с ним немножко вкус другой получится. Итак, масло 200 грамм. Дальше у нас туда идет одно яйцо. Дальше пол чайной ложки соли, сахар по вкусу, ну, в классическом рецепте используется пол чайных ложки, горчица по вкусу, на любителя, у меня аллергия на горчицу, вот. Но не могу себе отказать в удовольствии есть майонез в классическом рецепте, добавляю туда одну ложечку. Далее неполную столовую ложку уксуса. Уксус 9%. Ну, в принципе, и все. Дальше. Самый, наверное, важный момент — это вот этой вот чашей поймать яйцо целиком. Сейчас камеру немножко переставлю, чтобы было видно, как это все происходит. Стараемся поймать максимально полностью все яйцо, накрыть его этой чашкой, прижать и включаем на 10 секунд, и дальше уже посвободнее. В принципе, и все. Посмотрите, какой замечательный майонезик у нас. Смотрите, какой замечательный майонезик. Вкусный получился. Время приготовления всего 5 минут. Согласитесь, это быстрее, чем сходить в магазин и купить себе майонезную пачку.
Но самое интересное, что это будет натуральное, без консервантов. Майонез. Вот так он выглядит. Вот так я могу взять ложечку. И вот такой вот он получается. Обалденно. На любителя можно добавлять чеснок, различную зелень, сыр и все, что вам захочется. Помните, самое главное, чтобы он не был у вас жидким, вам нужно поймать яйцо чашей блендера. Вот и все. Понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, пишите ваши рецепты. Спасибо, пока.